Ну чё, ребята, отличное выбрали место для рыбалки. Сейчас поставим палатку, подкормим и начнем рыбалку. Здорово, Фредди. Отличное место. Офигеть! Я в прошлый раз тут вообще столько карасиков наловил. Ладно, ребята, давайте распаковывайте удочки и начнем. Ребята, помогите, ребята! Кто-то кричит! Кто тут? Что случилось? Ребята, помогите! Смотри, Фредди, вон он бежит! Кто? Что случилось? Кто тут? Вон он бежит! Ребята, привет! Привет, пацаны! О, здорово! Джер Фокси! Да, ребята, помогите! А что случилось? А что случилось-то? Да. Что произошло? Мы тут вообще на рыбалку собрались. Ребята, там мы гуляли с Чика Джер. И на нас напали. Я еле ноги унес. Напали какие-то странные аниматросы. Офигеть! Да, вот тебе и рыбалочка. Вот тебе и наловили рыбки. Ну ладно, ребят. Давайте ему поможем. Где? Знаешь место, где на вас напали? Да, я все знаю, покажу. Ребят, помогите. Ладно, не дрейфи. Мы тебе поможем. Спасибо, ребята. Ша, погнали, пацаны. Да, погнали. Ага, хорошо. Ладно. Давайте, ребят, все в машину. Посмотрим, что там за аниматроники, которые... мешают нам на рыбалке. Не говори, Фредди, постоянно. Давай, Джер, садись. Я стою, поеду, ребята. Ладно тогда, показывай дорогу. Прямо, ребята, езжайте прямо. Что хоть произошло? А что случилось-то, рассказывай. Мы гуляли с Чикой. А потом смотрим, кто-то закричал, подходим. А там кошмарную Чику задубасили. Да, и чё? Мы пока начали рассматривать, а на нас как нападут человек 200. Меня грохнули и Чику тащили. Я очнулся, и нет никого, и побежал. А тут вы. Тормози, Фредди. Ага, хорошо. Приехали? Да, дадут. Офигеть! Ладно, ребята, а ну-ка, что тут у нас происходит? Точно, кошмарная той Чика. Привет, Фоксарь. Ребята, что тут у вас? Да мы на рыбалку приехали, тут, понимаешь, расследование. Ну ладно тогда, пока. Пока, ребята. Ладно, пока. Так, ребята, а ну давайте пойдем по следам. Ну что, Фредди, давайте пойдем. Давайте, ребят, за мной. Давайте, шевелите свои железные задницы. Хорошо бы шевели, Фредди. Они туда вроде побежали. Мне кажется, здесь происходят какие-то странные вещи. Смотри, Фредди, за что-то светится. Я же говорю, надо идти по следам. Давайте, за мной, ребят, за мной. Так что это тут у нас? Вот это да! Это как будто здесь кто-то оставил сигнал. Точно! Это же Визард! Да, Визард Бонни. И смотрите, какая-то странная красная лампа. А что это? Непонятно! Вот это да! Фредди, смотри, там внизу, видишь, что-то светится! Где Фокси? Вон, смотри! Где? Смотрите, на том берегу! И вот! Фредди, блин! Мне кажется, это какой-то странный ритуал! Смотрите, это же Балора! Балору тоже задубасили! Ребята, вон на той стороне, смотрите! Фредди, смотри на той стороне! Что там такое? Ладно, ребята, какие-то фигуры, какие-то там... Что там происходит? Ладно,
Ладно, ребята, поплыли. Поплыли на ту сторону, если не боитесь. Я боюсь, но я поплыву. А я не боюсь. И я. Я тоже не боюсь. Ладно, пацаны, красавчики, тогда поплыли. Давайте, ребят, давайте, поплыли, поплыли. Давайте, давайте, все сюда. О, вода холодная, вода холоднючая. Я плыву, Фредди. Ау. Все здесь? Да. О, Фредди. Да. Смотрите, там что-то происходит. Офигеть, Фредди, смотри, нифига себе. Так, ребята, а ну давайте глянем. Что там, Фредди? Ля, смотрите, ребята. Это же реконструированные баньки. Они проводят какой-то странный ритуал. А вон и Чика. Помогите же! Разбудите кто-нибудь меня! Ребята, вы только гляньте. А вот их босс. Это же главный босс. Скибидишка, скибиди туалет. Капец. Ладно, ребята, вы наготове? Надо спасать Чику. Надо, сейчас мы им наваляем. Точно, мы их сейчас как наваляем. Погнали, ребята, зададим им тумаков. Эти монстры. За мной, ребят, за мной. Эй, вы. Эй, что это у вас? Ух ты, блин, палочка. Получи. Вот тебе! Гаси их, пацаны! Гадкий скибидуля, и ты получи! Уничтожу вас! А ну-ка, получи! Гаси их, пацаны! О, мамочка! По головке мне! А ну не трогай, Бонни, говорю! Фредди, ты меня тоже клопнул! Получи! Уничтожу вас! Они матросы! Получи! Вот тебе, а ну лежи, не вставай. Получил, получил, страшила. Ну, а этот, ну внимай, получи. Вот тебе. Получи, скибидуля. Вот тебе. Получи. Мальчики, спасите меня. Сейчас, сейчас, конечно, мы тебя спасем. Да, этот продолжает свой ритуал. Получи. Мы вас... Уничтожим! Получи! Вот тебе! Вот тебе! Вы все испортили, аниматросы! А ну, говорю, лежи, не вставай! Будешь знать, как воровать аниматроников! Чё, офигел? Ладно, ребята! Так! Получи! Получи! Куда ты рыпаешься? Вот. Получил. Получил. Отлично, ребята. Все, мы победили. Вот ворюги. Мальчики, спасите меня. Ля, этот вообще живой. Получи, получи. Мальчики, спасите меня. Сейчас, 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 Чик. Сейчас. Все. А ну лежи, говорю. Лежи, не вставай. Победили! Так, ребята, давайте наверх, и надо снимать Чику. Точно, надо снимать, погнали! Давайте, погнали, давайте. Сейчас, Чика, сейчас мы тебя снимем. Снимите меня, пожалуйста! Сейчас, сейчас, сейчас. Давайте за мной, ребят. Давайте, пацаны, ну давайте за мной, давайте. Спасибо, мальчики! О, получилось! Спасибо! Они хотели меня в монстра превратить! Мы вовремя! Спасибо, ребята! Ладно, не за что. Все, мы на рыбалку. Ага, а можно с вами? Ладно, так и быть. Можно! А погнали уже. Ладно, так и быть. Ребят, если вам понравилась эта серия, как аниматроники спасали Джер Чику от ужасных реконструированных Бонни, подпишись на мой канал, поставь лайк и напиши крутой комментарий. А с вами был я, Кикс, мультипутик, всем счастливо, всем пока! Давай!